Привет, друзья! И сегодня моя любимая рубрика «Распаковочка посылочек». Сегодня у меня вот такая вот гора посылочек. Откроем их все, посмотрим. Но посылочки на фототематику пойдут на мой основной канал фотографа, а посылочки, не относящиеся к фотографии, пойдут на мой второй канал. Ссылочки на все каналы будут в описании на основном канале. Коротко, понятно и про фотографию, на дополнительном канале длинно, растяжно и не всегда про фотографию. Итак, посмотрим, что здесь. О, я уже прочитал, что это. Очень классная штука. И уверен, многим из вас эта штука понравится и понадобится, и вы закажете. Ссылку я оставлю обязательно в описании. Это 5 вот таких вот миньончиков. Это не просто миньончики, а USB-флешки. Жалко, что они такие грустненькие, они все одинаковые. На этих флешках я отдаю фотографии с детских съемок, с дней рождения. Это для мальчиков подойдет. Да, знаю, что делают многие фирменные флешки, я тоже и делаю. Но когда детский день рождения ребенку, ну зачем нужна флешка какая-то взрослая, там, или с логотипами, или что-то. Прикольно получить, мне кажется, вот на таких флешечках фотографии. Вот, 4 гигабайта флешечки для обычного детского праздника, обычно это достаточно. Таких 5 штучек, и ссылку оставлю в описании. Для девочек я другие заказывал, не знаю, пришли, не пришли, придут или не придут. Но флешки с Али обязательно нужно проверять. Я уже попадал на нерабочие флешки. Было, что целая партия, 20 штук 4-гигабайтных флешек была нерабочая. Я проверяю программку, не помню, как она точно называется. Если хотите, я запишу отдельный ролик, как проверять флешку. И сразу при покупке все флешечки проверяются, время работы, оно там ресурсов компьютера не занимает сильно, выдается отчет, если что-то не соответствует, скриншот, открываешь спор, и деньги без проблем возвращаются. Флешек я покупаю много и немного разные, под разные мероприятия, вот, и все их я обязательно проверяю, и бывает, что браки попадаются, и это не редкость. Поэтому настоятельно рекомендую при покупке все флешки проверять сразу при покупке, потому что потом, если они полежат, уже вы никому не докажете и спор не выиграете. А сразу по горячему можно проверить или точно знать, что у вас столько-то флешек есть рабочих еще в запасе, либо сразу, если они не рабочие вдруг, то открыть спор и выиграть. Просто воткнуть и посмотреть емкость недостаточно, потому что были такие случаи, что при работе, при записи чтений выходит из строя флешка, начинает нагреваться и выходит из строя. То есть если воткнули, посмотрели, ага, 4 гигабайта соответствует, все нормально, а потом уже спустя какое-то время начинаете пользоваться, записывать туда, целиком забивать эту флешку, она перегревается, перегорает, и все, и она не работает. А программа задействует все ячейки памяти, забивает своими файлами и потом считывает их, и таким образом проверяет и на износостойкость флешку, и все ли рабочие ячейки памяти. Все, откладываем на проверку. Итак, поехали дальше. Мне кажется, это снова USB флеш. Да, тут так и написано, USB флеш, 5 штучек. Посмотрим, что это. Это, возможно, для девочек. Да, точно, розовенькие пони. Я такие уже покупал, тоже 4-гигабайтные. Очень клевенькие. Для дней рождения девочек в самый раз, классно. Вот такая USB-шечка. Ой, единорог. Розовый единорог. Тоже протестируем их все перед тем, как использовать 5 штучек. Ссылочка будет в описании. Так, и еще посылочка тоже пишет 5 штучек. Сейчас посмотрим, что там. Видите, очень здорово. Тоже для дней рождения девочек, для съемок, для выписок, может быть, выписки из роддома девочки. Вот, вот такая флешечка, и очень здорово, вот такая вот сделана еще на цепочке держатель, можно сюда воткнуть, чтобы не потерять вторую часть. Очень классно сделано,
И тоже затестим, и тоже ссылочка будет в описании. Смотрите, все очень здорово, мне нравится. Все, на сегодня пока все, и спасибо за внимание. Ставьте лайки, ну или дизлайки, понравилось, не понравилось. Пишите, что интересно, что выпускать в первую очередь дальше. Да, ролики выходят редко, потому что очень много загрузки по работе. Времени очень мало на съемку, еще и потом монтаж. Это отнимает достаточно много времени. Но потихонечку делаем, пишем, и будут ролики еще. Спасибо за ваше внимание. Жду от вас комментариев, лайков. Все, пока, счастливенько.